Этот долгожданный праздник весны, праздник красоты и очарования, это ваш праздник, милые женщины. Он наполнен цветами и подарками, самыми светлыми чувствами ко всем близким нашему сердцу женщинам. Вы дарите жизнь, согреваете своей любовью, окружаете теплом и заботой, приносите в наш беспокойный мир гармонию, порядок, позитивную энергию, добра и созидания. Именно в женщине, в ее достоинстве и милосердии раскрывается истинная душа России. Величайшего уважения заслуживают женщины-матери. Для каждого мама – самый добрый и близкий человек, который оберегает этот невзгод, дарит нежность ласковых рук и любящего сердца. Искреннюю благодарность выражаем многодетным матерям, женщинам, которые приняли на себя ответственность за воспитание детей, которые так нуждаются во внимании опеки. Нет на земле такого дела, с которым вы бы не справились. Ваша мудрость, целеустремленность и терпение помогают успешно решать самые сложные вопросы экономического и социального развития области, укреплять могущество нашей Родины. Среди вас передовики промышленного и сельскохозяйственного производства. В нашей области женщины активно создают предприятия малого и среднего бизнеса, нередко показывая пример мужчинам. Женщины успешно несут службу в рядах вооруженных сил и правоохранительных органов. Имена пензенских врачей, спасших тысячи жизней, известны далеко за пределами нашего региона. Прекрасно трудятся учителя пензенских школ, обучая и воспитывая молодую смену подлинных патриотов Великой Родины. На международной арене прославляют родной край знаменитые спортсменки, которые не раз становились победителями самых престижных соревнований. Заметный вклад в развитие гражданского общества вносят представители общественных организаций. А ведь вам трудно вдвойне, кроме служебных обязанностей, у вас есть семья, дети, бесконечные домашние заботы. Но особые слова признательности адресую женщинам-ветеранам, которые наравне с мужчинами отстояли честь и независимость нашей отчизны, самоотверженным трудом в тылу и на войне в том числе приближали долгожданный миг Великой Победы. Дорогие женщины, вы слава России и Сурского края, их поистине золотой запас. Благодаря вашему добросовестному труду наша страна завоевала высокий международный авторитет, по праву вошло в число ведущих мировых держав. Недавно меня впечатлило одно мудрое высказывание. Обнимая родителей, мы становимся спокойными. Обнимая любимых, мы становимся счастливыми. Обнимая детей, мы становимся добрыми. Обнимая друзей, мы становимся искренними. От себя я бы даже добавил, что обнимая внуков, мы становимся сентиментальными. Милые родные женщины, пусть спокойствие не покидает вас долгие годы. Пусть вас переполняет счастье от общения с любимыми. Пусть доброта окружает ваших детей. Пусть искренность светится в глазах ваших друзей. И пусть внуки возрождают лучшие воспоминания вашей молодости. Спасибо вам, низкий поклон, с наступающим праздником, будьте счастливы. Праздник!